Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. С вами Илья. Так. Я продолжаю играть. Это 14, то есть второй сезон, 4-я часть. Я все урожай. Весь урожай собрал, но потому что я немного поиграл, короче говоря, и продал урожай. Сейчас мы продолжаем пока, но скоро я все равно закончу по этой игре, поэтому так. Так, надо сейчас купить кое-что. Так, обыскатель. За 5000, да? Так. Назад. Так, давайте посмотрим. Животные, взрывневые видите. Так. Покупая. Заберите покупку в магазине. Так. И вот это тоже. Все, мы купили. Забрали, значит. Ящик тяжелый. Так, вот так что? Нет. Что? А как я его заберу?
Roger. Вот, блин. Додумался. Даже не то, что не додумался. Даже не подумал в этой ситуации. Блин. Не все, ребят. Вот не ожидал. Так. Конечно, можно и в других местах, но туда ехать не будем. Блин, а я совсем забыл, как там называлось. А, вот, мины, грузовики. Блин. Это плохо. Плохо. Очень плохо. Так. А что, через трактор нельзя? Подожди, а если я... Арендую просто. Арендую. Подожди.
worst. А как его пользоваться? А. Понял. Прибегаем. Окей, понял, да, протупание есть. Так. Прикольно. Напоминает одну игру, это строительство, конструктор это. Здание строишь. Ой-ой. Свали. Окей, мой засунул. Во. Идеально. Теперь опускаем. Блин, дурная привычка нажимать на таб иногда. Просто надо ехать аккуратно. Вот и все.
Так. Окей. Это занят больше времени. Вот этот слишком тяжело пишет. Так, не разменяешь. Ах, бесполезно. Развернуть смысл его никак. Так, вот это готовим. Вали. Не получится. Ладно. Как говорится, помни право. Придется по новой. Полный провал. Придется следующая часть и все по новой получается.
Вот так вот. Капец. Всем спасибо и пока.